Серпуховская делегация по приглашению командира малого ракетного корабля Черноморского флота «Серпухов» капитан-лейтенанта Петра Люшина приняла участие в торжественном праздновании Дня военно-морского флота Российской Федерации в городе-герое Севастополе. В состав шефской делегации вошли руководители ОАО «РАТЭП», предприятия военно-промышленного комплекса, разработка которого установлена на боевом судне. В конце прошлого года Черноморский флот получил малый ракетный корабль «Серпухов». Это судно оснащено самой современной системой ударного вооружения – ракетным комплексом «Калибр НК». А для защиты на корабле применен комплекс «Гибко» – детище открытого акционерного общества «РАТЭП», входящего в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей». «Гибко» – это зенитно-ракетный комплекс сверхмалой дальности, обеспечивающий самооборону корабля в ближайшем рубеже порядка 5-6 километров. В основе комплекса лежит использование ракет типа «Игла». «РАТЭП» успешно разработал этот комплекс, освоил серийное производство и сейчас осуществляет поставку на малые ракетные корабли. Малый ракетный корабль «Серпухов» вернулся в Черное море, завершив несение боевого дежурства близ побережья Сирии. «Серпухов» провел 114 дней в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в акватории Средиземного моря. Экипаж выполнил все поставленные перед ним боевые задачи. Изделие заоригиналило себя хорошо. И корабль недавно вернулся с боевой службы. Значит, вопросов по нашему изделию не было в процессе выполнения задач боевой службы. Экипаж подготовлен, изучил все инструкции, то есть вопросов не было. Комплекс «Гибко» востребован. Он обеспечивает самооборону кораблей именно небольшого водоизмещения. Сам по себе недорогой, проверенный, очень эффективный и надежный. Поэтому им планируется оснащать именно малые ракетные корабли. Открытое акционерное общество «РАТЭП» вместе с администрацией «Серпухова» взяли на себя почетную обязанность – шефство над кораблем «Серпухов» и экипажем. Предприятие ВПК будет не только шествовать, но и грамотно следить за состоянием комплекса установки «Гибко». В день ВМФ члены делегации стали почетными гостями на боевом судне. Серпуховичи могли наблюдать за парадом кораблей Черноморского флота с ходовой рубки и видеть все действия командира и его команды. После парада выход в море и старая традиция – посвящение в моряки. Уже на берегу на торжественном построении шефы корабля, представители оборонного предприятия ОАО «РАТЭП» вручили командиру экипажа памятные подарки. Дорогие моряки, разрешите вас поздравить от лица генерального директора ОАО «РАТЭП» господина Марата Семеновича с вашим профессиональным праздником, Днем военно-морского флота, пожелать вам успехов в дальнейшей вашей службе, крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего, чтобы вы успешно выполняли задачи, поставленные перед вами командованием, и всегда корабль был ходил в отличниках. Моряки, в свою очередь, пригласили делегацию снова посетить Севастополь и малый ракетный корабль «Серпухов» в следующем году на празднование Дня ВМФ. Сотрудничество «РАТЭП» и военных моряков будет продолжаться. Сегодня предприятие готовит новый проект для флота, который может стать одним из самых крупных за всю историю оборонного завода.